Юристы, предприниматели, студенты, почти 150 молодых людей из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей слетелись в село Бочкари. Прогрессивные представители современного поколения под одной крышей решали, как сделать комфортной жизнь на селе. Самая главная эмоция – это яркие, неравнодушные, заряженные ребята, которые хотят развивать свой сельский населенный пункт. Им действительно не все равно. Они со своими идеями, инициативами, и мы их готовы поддержать также в рамках программы «Кадры для села». На церемонии открытия слета участников, экспертов и гостей приветствовал высокий гость. Каждый год молодые люди из разных регионов Сибири съезжаются в Алтайский край, чтобы поделиться опытом создания условий для самореализации молодежи в сельских агломерациях, включения молодежных сообществ в развитие своей малой родины, привлечение молодых людей, молодых специалистов к реализации молодежной политики. Тренинги, практикумы, дискуссии, стратегические сессии, экскурсии, спортивные и интеллектуальные игры. Все три дня программа слета была весьма насыщенной. Активистов разделили по трем образовательным площадкам. Школа лидеров, мастерская проектов и молодежь в местном самоуправлении. У каждой площадки, у каждой команды будет свой проект, уникальный, решающий определенные проблемы там, в сельской территории, на муниципальных каких-то уровнях. Ребята научатся работать в команде, прокачают свои качества, какие-то свои навыки, очень гибкие, профессиональные качества, потому что у нас есть эксперты, которые это умеют делать. Ну и, безусловно, это полезно будет и для всех участников, да, безусловно, ну и для нас тоже, потому что мы собираем такую сводку, это поможет нам типизировать все социальные проблемы, которые есть, и те идеи, решения, которые тоже могут способствовать дальнейшему для развития территорий. Эксперты на слете делились с молодежью полезными лайфхаками. Как правильно оформить идею в готовый проект, где найти инвесторов, как создавать крепкую, надежную команду, чтобы раскрыть и приумножить имеющийся потенциал села. Валентина Аскерова, «День с толком».